Ума. А что про нее интересного мы знаем? Во-первых, русский — это не ее родной язык. Ула из Белостока, из Польши. А русский она уже выучила в Америке. Но совершенно великолепно, кстати говоря. Я каждый раз поражаюсь, насколько хорошо. Вот. Она споет две песни, одну, вторую с, немножечко с моей помощью. Значит, первая песня, мы недавно ее обнаружили, она называется «Штрих-коды». Это мой. Это ближе подойди, просто возьми лайк.